Так, ну все, начинаем? Да, я боюсь. Ты самое главное там сильно не матерись, да? Я не буду материться. Сейчас я немножко настрою звук. Вот так вот. Нормально будет. Вот мы видим, осталось 8 минут. Капец, но 10 минут, а так мало ли проворонишь? Конечно, мало. Тем более, говорю, до этого тоже я пытался, хотел снять видос. Просто тупо Dota сеть упала. Прямо в этот момент. Это знак. Ты должен был играть со мной. А, да? Да. Ну, А возможно. кого мне брать? Ну, смотри, в идеале, конечно, победить. Здесь самое главное победа. Ага. Бери своего. Ну, ВД, наверное, тогда возьму. ВЗ хороший вариант. Ну. Надо Пуджанда взять. Нет. Ой. Бери своего кунку. Сейчас посмотрим. Что-то я приболела слегка. Ну, ничего страшного. Я как голос, как у Джигурды. Вот хорошо. Ну да. Опа. Я готова. Все по-любому принимать не будут, по-любому. Нет. Должны принять. Все. Быстро. Это я сейчас буду первый раз играть. Я еще сам пока плохо знаю. Ну ты хотя бы читал описание, я Да, да, то есть тебя я... узнала про это. Сейчас посмотрим, что будет в итоге. Как я понял, он, по-моему, появляется каждые 5 минут, вот этот вот. То есть внизу справа там будет какой-то счетчик. И у него какие-то способности. Сейчас посмотрим. Я думаю, нам Иисус поможет. И Аллах, и Иисус, и Господь. Небо поможет нам. Да, наверное. Надо молиться было все А у тебя утро. грузит, нет? Да. Ну ты один остался. Да ладно. Да. О, это печально, это печально. Крути педальки быстрее. Так мне наоборот должно первым грузиться. Мне, скорее всего, я сейчас вылечу, ладно, сержусь. Да ладно. Ну, не хочет грузиться. Не. Давай, ну помолись там, я не знаю. Так, отключилось, сейчас еще раз пробуем. Давай, у тебя есть 50 Сейчас секунд. должен. Да, загружаюсь, все. Вот, все нормально. Изи Ты бризи. с нами. Ой, у Ты тебя с... там красная лампочка стоит. У меня? Не, все нормально. Так, что там, мы играем. Вверх? Да, пойдем. Как давно мы уже не играли вместе? О, да. Можно, конечно, как мы обычно, обузили все эти контракты. Эвенты через Баратрума можно. О, давай, бери бару, точно. Давай Баратрума. А ты Ой, там как... или СМ-ку, или это выбери ВД. Ну, я не знаю, кого хочет, ЦМ или ВД. Ну, конечно, ЦМ была бы с Арканой красивая. Эх, кто, блин, подарит мне ее? Кто подарит Аю? Ну давай ВД, ты нормально сыграешь? Ну Давно за да, него играла? ну давненько, да. Тебе же надо будет самое главное ультовать, банки. Ну у него хороший стан, конечно. Давай ВД. Ну и третий скилл мне очень нравится. Я же от тебя узнала то, что второй, в принципе, практически не нужен. Да, конечно, не нужен. Он для дебилов. Ну да, ну а я раньше качала первый, второй. Время Я третий оставляю. просто смысл его не понимала, Белка, а не потом... прогадай. С тебя уже все Блин, знают. сейчас Омника возьмут. А, ну Рубик нормально. Потому что я ненавижу, когда я беру Томника, когда я беру ВД. У меня ульта просто ни в никуда. Так, смотрим. Вот внизу справа, какаха. Ага. Потише немножко сделаем. Вот так вот. Ну что ж, будем пробовать новый эвент. Тут каждый выбирает себе выбрать Здесь текущий. можно улучшать, тратя очки на это, если они у тебя есть. Вот у нас очки способности 8000, давай попробуем что-нибудь. А Выбрать ветку. поддержка, бой, поддержка, наверное. Ну, давай, а ты что-нибудь прокачиваешь? Ну да. Куру покупать? Подожди, сейчас. Я не пойму, где у него сила? Так, у него... А, вот написано, если наводить. Во-во. То есть ты можешь навести на поддержку, и там читаешь, что за улучшение. Ага. То есть скорость. А, союзную юниту. Видишь, скорость на... Это у нас аура. О, давай скорость я прокачаю. Я прокачала поддержку. Я скорость. Потому что у нас Скорость. будет... Мы будем очень быстрые, понимаешь? Да, две скорости у нас. Кстати.
Так, а что у меня за интерфейс стоит? У тебя интерфейс с цветочками? Нет. А какой? Простой такой, с камушками. Странно. Ну, не простой. А кур у меня покупать или что мне покупать, я даже не знаю. Ну, как обычно, обычная игра, опик. А, да? Да. Только уже будет появляться монстр. Нужно победить. Так, то мы то, мы топ. Само собой, пойдем через разбег. Венга в харду пойдет одна. Да пофиг на него. Простоит, у нее станчик есть. Ну да, в принципе. Ой, страшно, мне страшно. Вот ты такой снежок красивый. Прикольно. Здесь бы хорошо подошел. А, подошла эта погода. Ну да. Лунные лучи, знаешь? Да. Когда лепестки сакуры падают на голову. Может, на руну, нет? Ой, нет, не хочу. Да я пока смотрю, изучаю. Вот у нас получается все на единичку прокачали. Молодцы. О, появление через 4 минуты. Ну посмотрим, посмотрим, что у нас здесь. Слушай, такую красивую карту сделали. Ну, китайский стиль. Новоцвет, это же в честь китайского Нового года. Да. Ой, тебя обходят аккуратненько. Я вижу. Че, пойдем его убивать? Я там просто воркец. Два саппорта на лайне, это же хорошо. Ну да. Два саппорта на лайн. Все будут бегать годень. Не, умазно придумай. Да, я пока не знаю, правда, смысл. Ну, немножко недопоняла еще. Сейчас увидишь. В прошлом году было по-другому, там просто была отдельная карта годень. Там, короче, ах ты мразь. И там надо было просто его убивать. Мы там пятером его убили. Ну я помню, да. Здесь совершенно по-другому. У меня еще убивают. Тебе больно? Да, это больно стало резко. Че, будем пробовать? Тут клич, я боюсь. Тихо. Сейчас, да. О-о-о. Печаль, беда. Да. Тут наглеет. Так, у тебя есть первый скилл, да? Третий да. Есть? Нет. Сейчас получишь третий и будем убивать. Это, прокачало. Че, давай сейчас сделаю это, кидай на него банку. На омника. И третий скилл сразу. Ага. Давай, третий скилл. Давай, молодец. Так, все, этот умрет. Да. Да все, он сдохнет в любом случае. Да. Ты убегай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо, живи. Что-то я засмотрелась, чуть не умерла. Бывает. Так, это чудище скоро появится. У тебя есть первый скилл? Да. Че, давай сейчас, на него. Сейчас я маны на второй накоплю быстренько. Так, 220 надо, да? У меня 190. Че, я бегу? Подожди. Иди. Наперед иди. Да, все, пошли. Давай, ну ты не успеешь, наверное. Блин. Я должна. Давай. Во, молодец. Блин, промазала. Ладно. Это был легкий фраг, но мы не смогли. Да, надо было мне чуть поближе подойти. Жалко. Угу. Ну ладно, ничего. Жалко у пчелки в попке. Что-то немножко подлагивает или мне кажется? Да нет, вроде у меня все вроде нормально. Пинг 200. Так, давай я ману восстановлю. Бара. Нужно уже арканчики как-то покупать. Подожди, мне хотя бы 220 накопить, чтобы первый-третий был. Скажешь, когда будет, да? Пока просто так не кидай. Да. Только первый-третий. Я уже научилась просто так не кидать. Ой. А зачем, интересно, лич прокачал себе этот?
Я обычно на лича по-другому его раскачиваюсь. Ну, ты не страдаешь. Какой наглый, а. Ага. У меня, в принципе, все готово. Тяжело будет, конечно, убить, если рядом умник. Ну да. Пока не кидай, ладно? Угу. А чтоб умник, короче, просрал хилку, да, надо пойдем сразу. Да. Ой, ты там нормально бежишь? Он не качал даже скилл. На единичку. Это хорошо. Так, у нас есть чем. Это? Давай, давай на него, давай. Угу. Есть. Умрет, умрет, умрет. Да, умрет. Умрет, умрет. А, нет, не умрет. Ему столько дамага. У него щит, у него не умрет. Умер, молодец, уходи. Ой, 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 ой. У меня есть банка. Тихо, тихо, он сейчас регенится, уходи. Нормально. О, теперь убиваем это говно. Давай, бей его с руки, бей, бей, бей. Да он сдохнет. Так, я пойду на базу схожу, а то мне очень страшно. Я тоже пойду. Так, ну чё, он появился. Давай я тебе танго дам. Не, я на базу пошел, подожди. Ну ладно. Так, где он? Куда смотреть? А, вон внизу. А, да, все вижу. Ой. Вон у нас, смотри. А, это не наш, кстати. Где? Внизу-то наш. Вверху. А вверху не наш. Надо как-то дефать, наверное. Да. Смотри, какие-то спылы надо прокачивать. Телепорт, аегис. Ой, у нас вышка так падает быстро. Что делать? А, это использование скиллов, что ли? Лол. Ладно, пошли, короче, драться. Нам нужно вверх отдефать. Смотри, нам вышку снесут. Ну там тоже низ сносят. Во, можно пойти попробовать низ помочь им. Давай, давай, пойдем, так, пойдем. Сейчас. Все, это говно сдохнет. Они им управляют. Я пока вверх дефну, хорошо, там нам сносят. Хорошо, давай. Мы убиваем, короче, ихнего Годин. Блин, я не могу пройти. О, боже, меня убивают все. Еще Егис. Давай, братюня. Че, второй раз убьем его. Хорош, хорош. Давай, давай. Наш должен жить. Надеюсь, драка, ты видишь баталия? Да. Если так... на всякий случай ТП куплю, но у меня КД 40 секунд. Это использование скилла показывается. Видела? Я сразу не понял. То есть, получается, у него есть Аегис. Атаковать. А, мы тратим вот очки и способности. Ага, да, да, все, да, я понял. Придумали же, офигеть. Да, так сложновато еще. Хилка есть. Ой, тихо-тихо. Вот как больно здесь сейчас будет кому-то. У меня КД, если что, 5 секунд. Так, нас здесь двое внизу. Че, прилетать? Хорош, хорош. Давай, давай, мы сейчас драться будем. Давай, братюня, давай. Я лечу. Теперь это говно. Чё, можно нападай сразу... же. Я пока не понимаю, как им управлять, реально. Ты где? Я иду сзади. Давай, ходи с нами. У нас есть Годин, мы идем убивать. Дефо, поэтому... Ну, двойной урон давай нажмем. О, что он вышку снес. Не, ну прикольно, чё, мне нравится. Ну, как можно, будто... кстати, по миду пойти. Так мы идем, вот внизу какой мид. Он сам идет, мы за ним идем. А, да? Приготовь, видишь, он говорит. Убираете. Во, давай, есть что? Да. Давай на Леона. А, ну. О, нету Леона. О, как больно, тихо, тихо. А Егис есть? А, нет, убили его, убили. Ой, 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 меня тоже убили. Давай, пойдем, пойдем, пойдем. Эту дуру. Да, хорошо, хорош, хорош, минусанули. Надо, а... надо было нажать, короче, на Егис. Я не успел. Ну, ничего страшного. Нет, господи, как волнующе, интригующе. Пока просто немного непонятно. Ну да. Ты когда... скиллы юзала, нет его? Его нет. Они потом появляются справа. Надо с умом, конечно, тоже юзать.
Что, тебе уже аганем есть? Ага. Ой. Да чего вы здесь стоите? Уходим, уходим, уходим. Назад. Чего стоять? Не знаю, я сейчас быстренько себе хотя бы на этот. Ну ты фарми там то для тебя. Спасибо. У нас скоро появится это чудо. Мы ходим только с ним, не забывай. Ага, хорошо. Не уматно, да. Хорошо. Ну да, прикольно. Не думала, что так сделают. Ну да, я говорю, самое главное, что непонятно было вообще, как управлять им. Он же, видишь, чат пишет постоянно. Ага, я возражу через 30 секунд. Такая няша. Лёль. Пойдём мне нужно на мид. Мид. Давай, давай, живу. Смотри, я далековато. Но я, если что, иду. Так, ну их здесь трое, я их один не убью, троих. Улучшаем. О, можно улучшать. Ну давай. Так, улучшаем. Скорость. Давайте скорость. А как улучшить? А, вот улучшить голд. Во, все, голдин. О, он по миду пошел, пошли. Да, я вижу. Скоростуха. Он дает нам ауру скорости, по идее. Но я хочу быть очень быстрым, понимаешь? Так, ну что, пойдемте все. Let's go. Давай, кидай там банка, что у тебя есть. Сейчас. Подойдем поближе. Ой, что-то он совсем такой шустрый. Давай, давай, бежим, бежим, бежим. Фух, так, давай, 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 пошли дальше. Ой-ой-ой, расходимся. Вот. Нет, убиваем. Что расходиться? Вот. От ульты, да. От ульты этого. Не вижу его. Ладно, пофиг. Иду на башню, вижу, он говорит, надо читать. Ага. Так, у него остался телепорт. Сало. Куда он ушел? Он здесь с нами. О, он от этого убивает. Давай, давай. О, хорош, хорош. Как быстро его убиваем. Вы где, говорит? О, у него Аега. У них у всех Аега. Но если он нажимает... Я третий скилл. Давай, да. Давай, ульту. Есть ульта? Ульту, ульту. Нету, нету. Ой, надо ой, уходить. Больно, ой, как больно. Давай, братиша, помогай. Я пойду за маной. Ой, зря этого побежал, наверное. Я один здесь остался. Уходи, уходи. Сейчас я быстренько приду. За маной схожу. Во. А, так чем специально для этого взяли, чтобы он хилил? Угу. У него Аегиса нету, Аегиса нету. 9-8 секунд. А, есть Аегис, подожди, как? Я купила. Молодец. Че, пойдемте драться, пойдемте, пойдемте. Во, молодец, вот тут дамаг идет, красавица. На, говно, по шее. Мы просто я уничтожили. Класс. А, так можешь любой покупать Аегис, получается? Да. Все понятно, у меня просто таймер был. Ну я могу туда еще раз купить Аегис. Да. Пойдем. Мы можем даже бараки снести. У меня нету маны на баночку. А, вот двойной урон, вижу, вижу. Надо уходить отсюда. Зачем? Деремся. Давай, давай. Самого Гонкунку убить. Нормалек. Покупаю Аегу. Нормально, все, Аега есть. Хорошо. Все, я пошел, короче, пока на базу схожу. Хотя, давайте до конца уже гейминг, чё ж. Да. Я даже не знаю, что собирать, блин, даже не думал об этом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, уйдет меня. Ладно, пойдем через изолятор, по-наркомански. Я вообще даже не думаю об игре. Во, это мой Аеги сработал, пошли. На, пёс. Все, я быстренько на базу пошел. Атакуй вышки! Атаковать! О, я указал ему, смотри. Лол. Покупай, есть это Аегис? Нет, 87 секунд. Телепортируйся на базу. Но о, смотри, смотри, донести. Я телепортирую его. Давай, братюня. Барак надо донести. Его не убили или убили? Убили. Доли секунды. Ладно, ничего страшного. Взяли, не спасли его.
О, у меня 2000 с этой драки. Ну, тоже много голды было. Все, еще буду богатым. Он появится Через минуту. после. Лёль. Ну вот получается, осталось 875 очков. А у тебя сколько? Не знаю, где смотреть Ну даже. справа. 7000. Вот, и трать, трать. Там есть двойной урон, когда будет потом. А, хорошо, я все буду. Ты, знаешь, нажми улучшить голод дня. Когда он появится, видишь, внизу. Ага. Или сейчас ты можешь нажать? Да, наверное, да, могу. И на это какую-нибудь из этих фигнюшек выбери. Любую. А, он сам выбирает. То, что я выбрала, короче, он улучшает. Ладно, я побежал, Мит, ты далеко? Пошли. Я тут. Давай, 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 давай. Неуматно. Давай, давай, станчик. Ах. Ой, как больно-то, ой, как больно. Да, что-то очень больно. Нет. Ах, печаль, беда, где-то наш Годень. А он через 4 минуты появится. Он уже ходит, он А, появился. точно. Нет, я возьму его и телепортирую. Не туда ты пошел, давай мид неси. Ха-ха. Такой мид. Да, он чем-то Они похож. втроем пошли. На волка похож чем-то. А их Годень поверху пошел. Нормально. А, в смысле, все, до трона пошли? Ну, не знаю, если ты А мы можешь, можем с помоги тобой им. дефнуть этот Да. топ. Пошли? Ну, я пока не появился. Давай, иди на топ. Я сейчас разбег сделал на это говно. Все, я бегу, 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 бегу. Во, их не Годень подох, это хорошо. Сейчас Лич подохнет. Смотрим самое главное на Годень. Угу. Есть Аегис? Покупи ему Аегис, если есть. 83 секунды. Да, ну убью с ульты, посрать. Купи. Купила, да? Молодец. Это не я купила. Это У ты меня купил. 83 секунды КД было. Годи, ну-ка атаковать цель. Печаль, Я ему беда, я двойной вообще урон дал. один. Ладно, Ой-ой-ой. забираем. Подожди. Забираем Годиня. Его сейчас убью так. Давай, детка, пошли. Все хорошо. Че, поверху пойдем? Угу. А, я одна с ним пойду? Ну, сейчас я приду. Сейчас я приду. Так, Годин жив, это хорошо. Двойной урон у него есть и хилка. А, вот, хилка надо было жать. Я нажала. Угу. Можно нести вверх, да, потихонечку. Я одна боюсь. Сейчас я побегу. Пока крипа не убивай дальнего. Ты уже его убил. Он его убил. Может, я пойду пешком. Не, ну прикольно, конечно. Может, это дерьмо попробуем убить? А? А, нет, он наверху. Так, а я его могу хилить? Ну, по идее, да, я его все могу хилить. Нет, своей хилкой. О! Че, давайте, давайте драться. Гоу, 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 гоу. Драка, драка. Кто может, что может. Блять, господи. Ну, Да! это... Да! Печаль, беда. А если мы сделаем так, атаковать цель и наведем сюда вот. Давай, братюня, беги, беги, беги. И заберем его отсюда. Можно. А че он не бьет? Он не может атаковать? Да, убери его оттуда. Я телепортирую его. Давай. Ну мы реально сейчас тупим, нас постоянно убивают просто так. Ну. Ты стан давал, ультовал сейчас? Да. Мне ульту сбили, надо было БКБ собирать. Прям под эту подкунку встаем. 6-3. Ладно, Годин самое главное жив. Да. Хилка у него, двойной урон остался, и атаковать цель.
Все вниз пойдем тогда уже. Да. Ну и что они наверху делают? Я не знаю, я пошел вниз, мне все равно. Будем вдвоем наш с ним ходить. Втроем? Втроем. Так, я его улучшить не могу. Я могу только через 32 секунды. Телепортация, двойной урон, если хилка. Угу. Тихо. Ну опять, где остальные? Чен? Короче, я просто так ульту ставлю. О-о! Чтоб они не... Так, двойной урон, давай, Двардиня, давай. Давай, давай, забирай вышечку, забирай. Ой, блядь. Ой, ой-ой-ой. Как мне больно, ну, как много говна я впитываю, господи, забирай, забирай. Ты не то атакуешь, ломай, вышки ломай, казармы давай. Господи, блядь, лич. Вы помогайте ему, помогайте. Вау. Ой. Молодцы, все стали под ульту. Красава. У него аганим уже. Кто управляет? Ты можешь управлять им? А, все. Я нет. Самое главное, чтобы он просто ломал тупо казарм. Больше ничего не да. надо. Он был пускать победу. Ладно. Давай. Все, и теперь я ему говорю, иди как сюда. Как его телепортировать? А, не вот. Надо телепортировать. Почему? Я сам, потому что я хочу сломать мид. Все, а теперь телепортируем. Ну, боже, у тебя справа же полностью меню. Ага, все, я поняла. Телепорт, да. Атаковать в цель, двойной урон. Зачем хилка. На пот его? Нужно было на топ. Так я не знаю, я на базовую телепортировал. Ну, ты можешь указать, куда это атаковать ему. Вот, атаковать цель. Пошли. Пошли этого убьем ихнего. Ну. Сейчас соло сейчас обосу его. А, у него двойной урон. Это будет больно мне. Я бегу, бегу, бегу. Сейчас придет наш друг, давай, братиня, драка. Ой-ой-ой, как станки, дай стан. Ага. Стан, стан, стан. Иду. Ты далеко ушла очень. Я просто боюсь. На, пес. Так, еще раз. У тебя есть что-нибудь? Первый скилл, третий, кидай. Блин, муха. Просто нужно убить это говно. И чтобы выжил наш. Они дебилы, видишь, они просто отдают его, просто так. Ну да. Даже не телепортирует ничего. О, я его убил нормально. Так, куда он пошел? Кто? Наш. Можно, в принципе, по топу сделать, я думаю. Ну да, можно, давайте. Пошли по топу. Топ заберем, да и все, что голову ломает. Ну. Так, сейчас я делаю разгон. Не, теперь, конечно, все полностью понятно стало, да? Угу. Как играть, как управлять. Как я понял, теперь эти очки способности, каждую игру они будут восстанавливаться. Ну да. Ты сможешь прокачивать. А куда наш-то пошел? Давай ему скажем. Ну, вот теперь он должен, по идее, пойти по топу. Да. Вот, все. Все, все топ дружно. Опять убили крипов. Это он убивал, я последнего только мочила. Special for you. Срать начина вообще. Ну. Вообще срать я хотел. Так, ну что ж. Атаковать цель, говорим ему. Все, я буду теперь управлять им. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. У него есть сейчас? Так, а Егис, наверное, сейчас я. Сейчас Кунка, осторожно, сейчас Кунка кинет корабль. По-любому. Чё, Егиску покупать? Нет, зачем, подожди. Хилка есть у тебя? На него нет. Кидай, используй хилку на него. Ну, покупай Егис. Капец, как это все раскидало жить. Давай, давай. Ой-ой-ой, нет, стоп. Ульта. А, на крипа прыгнул, красавчик. Ну, забей, короче. Где все, хер его знает. Почему вот четверо стоят? Четверо. Ну, потому что ульта там.
А, забей, короче, просто забей. Ничего не понимаю. Когда ульта у лича, нужно как-то Как на убить. босс бить, не знаю. Венги свап, у тебя стан. Как сбить ульту, если... На босс ранее. Как ульту лича? Нужно разбегаться всем. Все разбежались. Ладно, пускай будет так. Да все. Так, 7-5. Так все. Давай, во. Теперь есть управление им. Можешь нажать, чтобы он атаковал? Да. Вот так куда-нибудь. Вот. Просто у меня все полностью в КД. Ну они, мне кажется, почему-то просрали. Ну, возможно. Ой, опять сейчас меня убьют. Ха-ха, он давно бежит. Лёль. А, Уа. понятно. Моя любимая ульта лича. Кстати, а вот почему пикают лича, понятно. Чтобы ульта, короче, убивала Годи. Ты можешь управлять Годинем? Нет, пока. Вообще делать не те вещи. Ну, дауна Нет. телепортируйте на базу, понятно. Мне кажется, мы только вдвоем играем за него. Так, я ухожу отсюда. А что, нашего убили? Ну, конечно. Жалко. Но мы все пронесли. Надо было БКБ, короче, пилить. Это без Надо было, вариантов. да. Пойду через два орб эффекта. Сделаем таким вот образом. Так, но ну я частичку БКБ собрала. Нифига себе, улучшить гоня за 10 тысяч очков. Так, сейчас у меня работает лайфстил. Отлично, все, пошел в изолятор. Че, пойдем убивать это говно? Они его. А, Там их. очень много, нужно Да. подождать их. Как раз наш возродится, и мы такие там, там, там. Можно пойти, в принципе, сделать У таким нас вот снайпер образом. кто-то видит. Давай, братюнь, я Ой, а я бегу. туда не попаду так быстро. Но у вас наверху там замес. Да. Хоть бы я успел, не успею. О, боже Давай. мой. Уходи, там ульта лича. Так, чё? Да, самое главное, надо убить в первую очередь тупого омника. Я покупаю сразу пыль. Побежала на омника. Давай. Но у меня ульты нету. Давай, 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 бежим, бежим. Кидай стан, давай. Ну все. Нет, еще не все. А вот теперь. А, сейчас он ульты Ай, нет. Коди на меня пошел. На, пес, Ладно, я на, пока на. отвлекусь. Нет, братюня, живи. У меня здесь все печально. У меня как бы Годень за мной гонится. Ну, попробую на него, но у меня хп вообще не осталось. Вообще меня не через 3 осталось. секунды стан. А, блин, подожди, они как-то еще молнии по карте бьют. Помнишь? Да. Как они так делают, не понимаю. Все, они Годня просрали. Да, они всю игру так делают, дауны. Давай, сейчас я пойду. Пойдем, пойдем. А, мы А, все победили. все. Изи бризи, да? Да вообще по изи. Без напряга даже чет. И что нам это дает? Фиг его знает, наверное, какие-то очки за это получаем. Очки можно на что менять? О! О, в смысле, а мы что-то уже Ой, да выиграли? ладно, я так хочу всегда играть. В Нам смысле, дали. а мы что, с этого что ли получили уже? Да, прикинь. Да ладно. А, босс, вот тут и предсказывал победы, молодцы.
Классно. И получаем трофей. Кстати, да, получили сетик. Ну что ж, пойдет. Что ты еще получил? Игрушечный экран. Трофей, да. Ну как тебе? Сейчас, подожди секундочку. У меня тут... Так, набор мистикл. Ну вот, как-то так. Просто по изи абуз. Да вообще. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.